На пляже Кореневского карьера прошли товарищеские соревнования по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие». Спортсмены старше 55 лет показали хорошую физическую подготовку и яркую игру. За соревнованиями наблюдала Анастасия Кладинова. Для этих людей здоровый образ жизни не просто слова, а девиз. Ежегодно участники клуба «Активное долголетие» из разных городов собираются, чтобы посоревноваться в пляжном волейболе. Этим турниром спортсмены закрывают летний спортивный сезон. У нас сегодня приехало 5 округов и будет 3 места. Это сближает наши округа. Очень уже все сдружились, потому что в течение 2 лет уже неоднократно у нас такие игры происходят. И участники с большим удовольствием собираются, потому что это очень большой заряд бодрости долголетом дает. Всего 5 команд. Из Королева, Сергиева Посада, Егорьевска и других городов Подмосковья. Соревнования проходили по правилам пляжного волейбола. По итогам жеребьевки первая партия люберецкой команды состоялась со спортсменами из Реутова. Игра закончилась со счетом 21-16 в пользу люберец. Ну, игра так в одном темпе прошла. Мы, конечно, доминировали. Вот. Ну, мы все лето играем в этот формат 2-2. Соперник чувствуется не очень в этой игре осведомлен. Ну, я сразу, ну, по опытным, как говорится, взглядам видел, что, в общем-то, соперник нам по зубам, поэтому в победе не сомневался. Мы играли с люберцами, судя по надписям на майках, чемпионы Подмосковья. Вот, ребята опытные в пляжном волейболе. У нас волейбол как бы обычный, в зале 6-6. Поэтому была некоторая как бы скованность и отсутствие пляжного опыта в пляжный волейбол. По итогам соревнований первое место заняла люберецкая команда. Эта победа пополнила копилку достижений участников новым кубком. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.